меня такой опыт встречи с вами впервые. Надеюсь, что он станет традиционным. Да, и мне правда интересно было бы, конечно, услышать от вас мнение, как вам здесь живется, как вам здесь учится и над чем нам нужно работать для того, чтобы вам здесь было лучше. Когда я приехал в Россию, сразу влюбился в Россию. Это популярная страна для иностранцев, потому что здесь высокий уровень образования и это дружелюбная страна. Конечно, очень приятно был удивлен, с одной стороны, в том, как вы уже хорошо знаете русский язык, с другой стороны, не удивляюсь, потому что вы, конечно, все молодые, талантливые ребята. Одно из таких ключевых моментов – это работа с промышленностью в ВУЗ. Он создавался как технический, мы видим здесь, безусловно, продолжение. Значит, в течение этого года нами были организованы больше 10 структур, которые занимаются непосредственно работой с промышленностью.